В рамках Всекубанского субботника на территории Анапы продолжается уборка мусора и благоустройство территории. К городским коммунальщикам присоединяется все больше жителей. Они, вооружившись граблями и мусорными пакетами, приводят в порядок свои придомовые владения. Сегодня на улицы города вышли самые младшие борцы за чистоту – школьники, прихожане храма преподобного Серафима Саровского. Под руководством диакона Ильи они очистили прилегающую территорию от мусора. Нам впору задуматься о том, что впереди праздник Пасхи, и к нему тоже надо подготовиться. Задача каждого христианина – Великий пост – навести порядок в своей душе. Так же, как мы убираем свою территорию, так же, как убираем мусор с дорожек в своем дворе, или просто, проходя мимо, неравнодушно не смотрим, а берем и кладем это в урну. Так и душу человек должен свою освободить от всевозможной грязи, от грехов, и подойти к Пасхе Христовой уже с очищенной душой, с чистой совестью, и тогда и радость будет, она заслуженная и действительная пасхальная. Приближение лета требует, чтобы мы обратили внимание и на наши растения, на наши цветы, и на наши территории, тротуары, уголки своих дворов.